новому сезону муниципальное предприятие «Объединение курортных услуг» приобрело сразу 7 таких тракторов. Теперь их стало 12. Навесного оборудования, прицепов, а главное работы в сезон хватит всем. На ежесуточные регламентные работы уходит примерно по 3 часа. Рабочий день начинается в 4 утра. Последние штрихи. Арка на центральном пляже вновь стала белоснежной. Белый станет здесь основным цветом в предстоящем курортном сезоне. Практически завершена установка навесов. Сейчас будут новые посты спасательные, новые раздевалки, раздевалки для инвалидов, дорожки другого образца для инвалидов, специально приспособлены по доступной среде. Раздевалки будут оборудованы для приема инвалидов специально. Мы изготавливаем для них это. Будут мусорки новые в деревянных пеналах. В ближайшие дни здесь ожидают новые доски для дорожек. На заводе делают специальные фаски, чтобы маломобильным гражданам было удобно передвигаться по песку. В качестве материала выбрали лиственницу. Она прослужит долго. Безбарьерную среду совершенствуют при участии самих инвалидов, а также специалистов управления социальной защиты. Здесь, на центральном пляже, а также в Витязево, можно будет заехать на коляске прямо в море под наблюдением матросов-спасателей. Сегодня в Анапе 126 пляжей, песчаных и галечных. Возможность такого выбора – одна из особенностей города-курорта. Один из основных приоритетов – порядок на побережье. Минимум торговли у берега, только безалкогольные напитки, мороженое, небольшой ассортимент продуктов в промышленной упаковке. Уже прошли аукционы на размещение торговых палаток. Пляжи будут находиться в аренде только у юридических лиц. Предпочтение санаториям и здравницам. Предпринимателями, со всеми уважением, к ним, да, мы уже наработались, да, мы уже понимаем, чем закончится предоставление пляжной территории предпринимателю, где мы получаем кучу горок, кучу шашлыка, несанкционированную отторговлю, контрафактный алкоголь, все. Нам проще предоставить пляжную территорию какому-то юридическому лицу, нам проще спросить. Позиция городской администрации – пляжи должны быть прежде всего местом для отдыха. Ирина Крутилина приехала с мужем из Кузбасса на неделю. Там сейчас плюс 6 градусов и дождь. В Анапе впервые. Замечательно. В восторге. Что нравится? Все нравится. Мы еще не все видели, мы только второй день здесь. Но пока нравится все. Народу поменьше отдыхающих. И погода для нас пока более-менее не жарко. Хорошо. Главная задача, чтобы отдыхающие уезжали домой с самыми положительными эмоциями и хотели сюда вернуться на следующий год. Александр Ребека, Роман Беркалиев, Анапа регион.